Здравствуйте! Сегодня хочу вам предложить приготовить сухарики с горчицей. Что нам понадобится? Серый хлеб, растительное масло, соль, горчица, сушеная зелень укропа и базилика. Срезаем с хлеба корочку. Хлеба нам понадобится 400 грамм без корочки. Хлеб желательно, чтобы был не свежий. Дня два, чтобы было хлебушку. Нарезаем продолговатыми тонкими ломтиками. миллилитров растительного масла, 1 чайная ложечка соли без горки, 20 грамм горчицы, сушеная зелень укропа, чайная ложечка без горки и чайная ложечка без горки базилика. Все размешиваем. Добавляем понемножку нарезанный хлеб и перемешиваем. Выкладываем на форму, застеленную пекарской бумагой. И ставим в разогретую духовку до 150 градусов на средний уровень и сушим до подрумянивания. В моей духовке сухарики готовились 50 минут. За это время я их периодически перемешивала. Приготовьте такие сухарики, они очень вкусные, хрустящие, ароматные. Порадуйте своих близких. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в гости еще. До свидания!